Повсюду песни, пляски в национальных костюмах, запахи угощений, которые манят в подворье. И вообще, в эти дни Кокинская земля становится центром притяжения для гостей из разных городов России и других стран. Посмотрите, сколько здесь машин. Москва, Калуга, Тула и, конечно же, наши постоянные гости – братья Сибры. Русская традиция. Здесь все пропитано этим духом. Дядя Миша на многих больших гуляниях удивляет своими музыкальными инструментами. Не просто делает их, играет. Под его жилейку хочется пуститься в пляс. Кстати, дядя Миша на дне Брянского поля впервые. Праздник очень отличный, многолюдный. И выставки хорошие тут все. И здесь все живое, настоящее. Даже колобок из сказки настоящий. Его можно съесть. Эти все произведения сделали наши технологи. Они с любовью выпекали каждое деревце, каждую это самое, мелочь. Вот. И мне кажется, им удалось. Мы очень рада, что мы попали на этот праздник. И, безусловно, этот праздник семейный. Здесь есть все, чтобы занять детей. Батуты, аквагрим, игрушки, сувениры, сладости. Настроение замечательное. Праздник прекрасный. С погодой вроде немножко повезло. Все организовано здесь вот для детей, и все очень интересно. Есть и показано наше руссконародное творчество, то есть те же самые куколки мы интересуемся. С утра мы очень сильно собирались, все не давали покоя, когда поедем. Ну, собрались, приехали. Все хотят, мои внуки, покататься, посмотреть все. Вон, на шаре покататься. Есть ребята, сочетающие веселье с делом. Уже идут с добычей. Прикупили саженцев малины. Хвалит ее, показали, какая она хорошая, крупная. И вот это самое, взяли, попробуем. Тут, извините меня, это вот что техника, что торговые палатки, тут прекрасно. Кокина собирает десятки журналистов из разных городов России и ближнего зарубежья. В атмосфере праздника наши воронежские коллеги. С каждым годом набирает обороты ваше Брянское поле, да, назовем так. Оно становится интереснее, многообразнее. А что самое интересное, я вижу, люди, которые появляются здесь, главное, появляются новые лица. На общем фоне тех ярмарок, тех выставок, которые проходят по всей стране, четко свою позицию занимает в этом сегменте Брянское поле. И продолжает удивлять своих гостей. Мы уже идем на ароматы трав, малины, земляники, ежевики. Тульская ягодная компания тесно сотрудничает с Брянским аграрным вузом и сегодня радует брянцев чаем, в том числе и из наших брянских ягод. На празднике День Брянского поля царит такая добрая, дружелюбная атмосфера, что, вы знаете, наши коллеги из Тулы подарили нам настоящую брянскую малину. Одно из развлечений в рамках Дня поля подготовил завод «Кировец». Любой желающий может присесть за один из старейших русских тракторов «Путиловец» и сфотографироваться. Агропромышленная выставка дарит своим гостям два дня веселья, танцев, песен и конкурсов. Праздник, который надолго останется в памяти. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. Андрей Мамушин, Анатолий Чекрыгин, события, Выгинческий район.